Владимир Путин в Кремле принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. Обсуждали повестку предстоящего саммита ЕАЭС, который пройдет в Петербурге 26 декабря. Президент сообщил, что во время этой встречи планируется утвердить таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Документ прогрессивный, он регламентирует работу таможенных служб и направлен на улучшение бизнес-среды. Предприниматели ждали его с нетерпением.